дом ремонтируйте, а в нашу квартиру не заходите. Вот так нередко жители встречают рабочих, которые выполняют капитальный ремонт в их многоэтажке. К чему приводит такое поведение жителей, поговорим сегодня с генеральным директором фонда капитального ремонта Олимпиадой Епифановой. Олимпиада Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в последнее время два дома в Чувашии попали в сводку происшествий. Один из них в Канаше. Стена дала трещину. И по некоторым сведениям, как раз жильцы некоторых квартир не пустили рабочих во время капитального ремонта. Вот сейчас что известно про эту ситуацию? В многоквартирном доме номер 27 по проспекту Ленина в городе Канаше действительно, значит, в пятницу произошло, значит, произошла чрезвычайная ситуация. Значит, собственники помещения номер 2 вызвали, значит, обратились в аварийную службу, что у них наблюдается журчание воды под полом и потрескивают стены. Соответственно, объявлена была чрезвычайная ситуация. С выходом на место мы точно так же осмотрели, в чем причина заключается, значит, раскрытие трещин. Но по факту трещины в этом многоквартирном доме существовали и ранее, потому что имеются следы установки маячков. Значит, трещины были значительны. Трещина находится на не на несущих стенах, то есть конструкция здания такая, что она, значит, выполнена колоннами, и внутри помещения есть перегородочные помещения, которые самонесущими являются. Вот. Лаги, которые, в общем-то, держат пол, подгнили, и под, значит, влиянием, наверное, влаги, и они пришли в движение, что и привело в последующем, значит, раскрытие трещин, существующих трещин в межкомнатных помещениях. Ну, получается, что это нельзя сказать, да, что такая ситуация произошла из-за того, что жители не пустили рабочих. Или это еще будет выясняться экспертами? Это будет выясняться экспертами. Действительно, в прошлом году выполнялся капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации в этом многоквартирном доме. Учитывая, что в доме нет подвального помещения, и для выполнения работ необходимо было скрывать полы, многие собственники помещения просто не допустили к ремонтным работам рабочих. При этом они оформили письменные отказы о том, что они не допускают. И вот в этом доме, значит, один из помещений, которые не допустили, мы когда рассмотрели уже поквартирно, часть квартир из них, оказывается, самостоятельно выполнили работы, поэтому они не допустили. А есть, да, вот такая квартира, как номер 2, имея, значит, предельный износ системы холодного водоснабжения, они не допустили к работам. Сейчас мы, конечно, только что увидели, когда их уже вскрыли полы, в каком состоянии нет трубопроводы. Со своей стороны, мы фонд, значит, выставил претензию к подрядной организации. У нас все-таки, значит, подрядная организация в таких случаях должна устранять, значит, выявляемые дефекты впоследствии в течение 5 лет. Вот, выставили претензию, и сейчас, с сегодняшнего дня, они уже к работам приступили. В течение 3 дней они должны уже заменить трубопроводы незамененные и подать холодную воду. Ну, что сейчас делать с домом, да, насколько там безопасно жить, я так думаю, это тоже будут определять сейчас эксперты. А вот все-таки в таких случаях, когда действительно жители отказываются пускать рабочих в свои квартиры, насколько я знаю, по закону, да, по одному из законов они имеют на это право. А что в таком случае делать рабочих фонду капитального ремонта? Да, по другому закону, по другой статье, конечно, сказано, что собственники, жильцы дома обязаны допускать к инженерным коммуникациям, относящимся к общему имуществу многоквартирного дома. А, видимо, по защите как раз собственности, да, права собственности, они имеют право не пускать. Получается такая нестыковка, да, закона? Да. К сожалению, да, имеет место, что действительно не допускают. Соответственно, подрядная организация, значит, просрачиваются сроки сдачи объектов. Мы со своей стороны тоже, как заказчики, выставляем неустойки. В данном случае вот по поводу проспект Ленина 27 по городу Канаш, подрядная организация из-за того, что своевременно не сдала объект по причине отсутствия доступа, да, они заплатили неустойку только по этому дому в 50 тысяч рублей. Неустойку. То есть получается, пока с этим работает именно генподрядчик, да, который подписался делать этот дом. Да, вот. Получается, что
В общем, радует тот факт, что сейчас в Госдуме имеется законопроект, по которому регионам дается право, делегируется право, что на уровне региона можно предусмотреть определенные, значит, меры воздействия на собственников помещений, которые не допускают свои жилые помещения. Вот еще то есть это может быть в виде административного штрафа. Вот. Поэтому надо призадуматься, каким последствиям приводит недопуск помещения. Если сегодня мы не допускаем в квартиру ремонтников, мы, значит, нанесем ущерб не только своему имуществу, но и имуществу и соседей, а может это и угрожать жизни проживающего населения. Вот в таком случае это кто ответственность несет? Будет жители как раз, если это будет доказано, что по их вине произошло какое-то ЧП, да, например, обрушение? Или пока тоже неизвестно? Ну, в данном случае, конечно, это суд решает, кто виноват, кто прав. Второй дом, о котором я говорила в начале программы, это как раз уже в Чебоксарах, там валилась часть, по-моему, кладки наружной стены. А тоже, как прозвучала информация на заседании правительства, из-за того, что ремонтные работы в связи с погодой по капитальному ремонту были отложены. Вот тоже здесь что можно сказать? Действительно, первоначально планом было предусмотрено ремонт, значит, в середине лета прошлого года, но нужно учитывать, есть процедурные моменты, когда отбор подрядных организаций производится на условиях аукциона, там есть условия, значит, по которым нужно выдержать определенный период времени для того, чтобы претенденты на выполнение этих работ, они могли изучить документацию, подать заявку. Надо предварительно также выполнить проектные работы, то есть мероприятия разработать. То есть это все процедурные моменты занимают порядка полугода. Учитывая этот момент, то есть с момента принятия этого документа прошло бы, мы бы к ремонтным работам бы приступили уже в ноябре месяце 2016 года. А мы все знаем, фасадные работы, значит, в осенне-зимний период не терпят. Соответственно, постановление администрации города Чебоксары и постановление правительства Чувашской Республики внесены и были изменения о переносе выполнения работ летом 2017 года. Что я, да, проектная организация по этому дому отобрана, на проектное сигнализировала также нам, как заказчикам, что, в общем, что в этом доме требуется инструментальное обследование. То есть потому что фактически есть следы того, что набухание облицовочного слоя, в последующем который под действием атмосферных осадков и по разным причинам могут, в общем, сползти вниз. Ну, здесь тоже, на самом деле, неоднозначная ситуация. Напомню зрителям, у нас недавно в новостях был сюжет, когда, наоборот, строители не посмотрели на погодные условия, сняли кровлю и начались дожди. И людей на верхних этажах просто залило. То есть такая тоже неоднозначная ситуация. Смотреть действительно на погоду, не смотреть, откладывать, не откладывать. А вот если не учитывать такие, да, случаи в Чувашии, как вообще реализуется в республике программа капитального ремонта? Программа капитального ремонта у нас реализовывается уже с 2014 года. И за три краткосрочных плана, которые мы выполняли, отремонтировали, значит, как скажем, выборочным капитальным ремонтом охватили 816 многоквартирных домов. По республике. По республике. Да. Вот. Значит, порядка миллиарда рублей уже мы, значит, на эти цели направили. Какие-то новшества в ближайшее время ждут жители в плане реализации вот этой программы? Не знаю, может быть, увеличение суммы, да, сбора с квадратного метра, может быть, еще какие-то вещи, нет? Можно проследить, что сейчас и как раз законопроект находится в Госдуме, уже третье чтение прошло. Там новые предложения поступили, да, в новые условия выйдут в ближайшее время. Какие? В соответствии с которым предусматривается также включать в программу капитального ремонта замену индивидуальных приборов учета электроэнергии при, счетчики, при устройстве, да, автоматизированной системы. Только при устройстве автоматизированной системы. Вот. И вот что я озвучила, могут принять, значит, дадут возможность применять меры воздействия к отношению жильцов, которые не пускают. И ряд таких дополнительных, то есть видов работ, которые можно будет предусмотреть в рамках капитального ремонта. Мы все знаем, что они ограничены у нас сегодня. В общем, какие виды работы, в общем, можно дополнить капитальным ремонтом многоквартирного дома. Ну, вот еще ряд там таких есть изменений. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с генеральным директором фонда капитального ремонта Олимпиады Епифановой. До свидания.